Сегодня тюменским журналистам рассказали, где можно отдохнуть на майские праздники за городом. В области находится 30 туристических баз, из них 10 горячих источников, есть даже зоопарк. Кроме того, в лесной зоне оборудована 221 площадка для бесплатного отдыха. Точный адрес каждой из них есть на сайте туристических ресурсов региона. Причем востребованы не только места прогулочного отдыха. У нас есть и культурно-фермерские хозяйства, где, например, разводят лосей и хасок. Либо это Чикча, страусиная ферма, где также можно съездить с детьми и на выходные дни, и, конечно же, праздники, которые у нас будут впереди, и весело, и качественно провести свое время.